Юлечка, я тебе все собиралась ответить на твой комментарий о том, что в интернете много упражнений для лица. Да, и, конечно, я их беру из интернета и учусь у тех людей, многих, которые размещают свои ролики и рассказывают о том, что нравится им. А я выбираю из всего этого то, что нравится мне, и тоже пытаюсь поделиться со всем миром. Потому что интернет сейчас дает такую возможность. Заходи на мой канал. Я там показала еще два упражнения, которые мне понравились. Они легкие. Можно их делать, уделив специально время. Там вот утренние часы, допустим, ты уделяешь себе, чтобы себя привести в порядок. А можно их делать даже в течение дня, занимаясь даже приготовлением пищи или еще чем-то другим. Ну, вот это я хотела сказать. Заходи и всех приглашаю на мой домашний канал. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите замечания. Буду очень рада их почитать. До встречи, пока. Действуйте, злодействуйте. И не забывайте, что не боги горшки обжигают.